На конкурс дети читают стихи Мелехина Полина, 4 года, город Абакан, детский сад «Дюймовочка». Что такое День Победы? Андрей Алексеевич Усачев. Что такое День Победы? Андрей Алексеевич Усачев. Что такое День Победы? Это утренний повод. Идут танки и ракеты, маршируют солдат. Что такое День Победы? Это праздничный салют. Фейерверк взлетает в небо, усыпаясь там и тут. Что такое День Победы? Это песня за столом, это речи, беседы, это дедушкин альбом, это фрукты и конфеты, это запахи весны, это что-то, это значит, что такое День Победы? Это значит, нет войны. Молодец!